предстоящие сутки под влиянием циклонического вихря, смещающегося к Красноярскому краю, останутся лишь восточные районы Ханты-Мансийского округа, где будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Днем по округу облачно по западу с прояснениями по востоку дожди. Температура воздуха от 10 до 23 градусов выше 0. В Сургуте и окрестностях преобладание облачной погоды, кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-15. В окрестностях города 11-16 выше 0. 8 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление повысится и составит 752 миллиметра ртутного столба.